Hello guys, с вами Шимик, и мы продолжаем проходить игру по названием Rusty Lake Paradise. И у нас скази третья, москиты и вши. Так, поехали. Так, вижу метелку сразу. Мухобойка это, ладно, глаз. Так, сразу, что с этой стороны? Ничего. Так, с этой вижу устрицу. Устрицы в основном на камнях, но они в воде постоянно, в море, а мы тут же на реке. Озеро даже сказать. Так, знак. Метелкой смести. Ну, мухобойкой. Не получается, ладно. Это мухоловки. Так, я могу. Типа, подмести. Нет, не получается, ладно. Оп, тихо-тихо, там что было наверху? Ну, это первое залетело. Теперь это первое залетело внутрь. Это первое залетело. А, типа я должен сначала... которое новое вылетает, хорошо. Значит, просто смотрю на середину сюда и все. И боковым зрением смотрю, кто вылетел. Так, отсюда, по-моему, вылетел. Снизу отсюда. И ласт вылетит отсюда. В смысле? Бля, точно, я же отсюда начинал. Ладно. Так. Теперь сюда. Нижняя. И отсюда. Готово. Так. Полился мед. Мне нужен какой-то, скорее всего, вакуум, да? Походу на то, ладно. Поищем. Вшам, здесь не мест, не рады. Вшам, здесь не рады, ладно. Вот, я нашел вакуум, но он не берется. Так, лопата. Ага, и здесь я могу сделать себе эти, две вазы каких-то, хорошо. Автоматом удалось. Москиты. Так, окей. Вижу топор и вижу улитку. Хорошо. Топором я могу разрубить? Похоже, не могу. А если я улитку... А, расколол. И знак дали какой-то еще. Ладно. Так, вижу еще какую-то херь. Так, ножницы вижу снизу. Так, ножнички, хорошо. Ладно, сюда куб нужно будет принести. Первое, москиты. А как ты будешь стричь? Ты же слепа, я сейчас лиму ухо оттяпаешь. О, ровно стрижут. О, вижу знак. Так, типа между вот этим знаком и плюсиком. Ну это в самом начале, около реки мы видели. Ухо. Все? Могу тебе дать ухо? Ладно. Так, ладно. Так, сюда. Могу я в ухо налить? А, оно так берется. Хорошо. Так, здесь я могу, скорее всего, откопать. Глина раз, глина два. Отсюда ничего нету. Хорошо. Так, и снизу был знак у нас. Да? Снизу знак. Ага, вот. Плюсик появился. Ну, крестик. Так, это не берется, хорошо. О, ладно, это легко. Я думал, может какой-то последовательность сети ставить. А тут просто глазики нужно, хорошо. Так, ну, пока что. Вижу глаз, хорошо. Оп-оп-оп. Просто это очень легко, это по кругу делается. Стоять. Так, 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 так. Ну, это легко. Так, луковица. Хорошо, цветная луковица. Коробка мне больше не надо, да? Хорошо. Так, у меня два куска глины. Это, скорее всего, нужно топором разрубить. Не-не, топором я буду рубить позже. Вазы. Я хочу сразу вазы сделать, чтобы потом не забыть. Так, поехали. Ой-ой-ой.
низ. Давайте, ладно, по низу. Так. И вверх. В смысле? Вот такой, значит, мне середина не та. Готово. Раз. Так, ваза теперь здесь. Сначала низ и вверх сделаю. Вверх теперь. Другой вот такой. И середина. Готово. Так, сюда я вот не пойму, что. Либо ухо туда положить, потому что миска не берется. Ага, посадил что-то. Получил цветок, хорошо. Вазы мне непонятно зачем нужны, ладно. Этих еще чем-то нужно покормить. Будешь, не знаю, улитку? Будет. Так, стоять, 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 пока еще не забыл. У меня же там этот моллюск внизу есть. Какой-то. Вот, вот, вот. Я не знаю, лопаты вот ковырять. Лопаты, хорошо. Ну, нужно было еще топором, может, его. Хотя, мне кажется, было бы один тот же. И у меня есть. А зачем я сюда пошел, ладно? У меня есть устрица. Мед. Мед. Не будешь. Ухо будешь? Ухо будет, хорошо. Мидий. И москит, да? Так, я получил цветок еще один. Хорошо. Так, теперь ты. Давай топориком. Раз, два, три. Открылся у меня проход. Здесь ничего нету. Так, брат, что тебе надо? Сегодня у меня очень низкий уровень сахара в крови. Ну, я понял, это, скорее всего, тебе нужно дать пожрать там еще что-то. Так, вижу кувшинчик. А, тут тоже отрубить надо, хорошо. Так, березовый сок. На тебе сачок. Мед. И ягодки. Так, его начинают облепливать. Ладно, пока подожду, и нужно выпить. Так, его облепили полностью. Так, отключить этот. Ух. 7 FPS. Опа, луковица. Блин, из него сделали просто этот круассан. Но я не знаю, почему он пауком стал. Так, сразу посажу луковицу, схожу. И я видел, там ваза вон стояла. И два пустых еще места, куда можно, скорее всего, поставить тоже вазу. Так, роза, хорошо. Так. Так, где мои вазы? Вазы, вот они. Раз ваза. Два ваза. Так, теперь вас, наверное, так, цветы, да, посадить нужно? Давайте по красоте это сюда, сюда и сюда. Так, окей, прилетели насекомые снова. Они на глаза просто сели. Нужно немного звук потише сделать. Так, ладно. Это мне намекнули то, что, скорее всего, тот призрак — это моя мать. Окей. Роза улетела. Окей. Ебучий звонок. Кому там что надо? Так, ладно, у меня есть куб. Тогда мне нужно возвращаться и всунуть куб. Так, так. Готово. Ладно, сейчас, короче, приду. Так, все, здесь.
Так, мухи, москиты. А, не, муховод. Вши, москиты, да, были, по-моему? Теперь у нас муха, окей. The fourth plague. Казнь четвертая. Мухи. Так, сразу, птичка. Окей, с этой стороны у нас ничего. Тогда идем просто внутрь. Ага, у меня и влево, и вправо идет. Давайте сначала вправо схожу. Так, ролик. Древесина. Ну, скорее всего, нужно каждую вот это сюда передвинуть. Это... Мне кажется, так простецки. Так, так сюда. Так. 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 Знаки. Вот эти ж два знака, это я уже находил. И вот еще один. О, привет, сестра. Не страх ослепил меня. Окей. Так. Котелок. Привет, бабуль. Морковь. Найди своего брата. Окей, найду. Так, кролика я могу выловить. Хорошо. Ах ты ж, блядь. Скорее всего, он просто будет... Ну-ка. Здесь теперь лягушки. О, не лягушки. Нужно с этими... С ракушками. Да? Это типа направление, скорее всего. Хотя, они ж когда залазят, они с этой стороны идут. Ладно, попробую на всякий случай. Сделаю так. Если нет, то переделаю. А как передел? А хотя... Да, нужно ракушки. И он просто еще растет, когда в ракушку залазит. Окей. Над этим я уже буду голову немножко ломать, как я понял. Раз. Так, мне нужно отсюда вниз. Отсюда вниз. И это пускай будет так. Теперь это сюда. Это наверх. И два сделаю вот так. Оп, оп. Поехали. Ой-ой-ой. Ай, все, проиграл. Я немного тупанул. Сейчас, короче, он дойдет, скорее всего, я попью. Восстановлю запись. Окей. Так, окей, следующее, что у нас здесь? Здесь, как вариант, можно пойти по верху. Я поставлю ракушку так. Но только я не смогу потом... А, хотя смогу. Да, я смогу. Так, сюда. Вот это так. Так, это сюда. И вот так. Надеюсь, жука не задень. А я ж могу передвигать... О, я могу еще во время это... Движение его передвигать резко. Ага. Прикольненько. Ну ладно. Буду знать. Так, здесь что у нас? Вариант, как пойти лучше поверху, ну и... Как-то вот, вот так лучше пойти, потому что слишком у меня кошачок пришел. Вон. Кошачило. Вон. Фу, он на улице был. Лапы грязные. Иди, 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 спальник. Ложись, все, ложись, ложись. Так, ладно. Кошачок. Пойти сначала наверх. Так, у меня два таких. Короче, каждого по два. Значит, сюда пойду наверх. Потом я пойду, получается, вправо. Справа вниз. Потом снова направо. А у меня еще есть одна вниз остается. Вниз и вверх.
Так, окей. Я хуй знает, что делать. Хорошо. Ага. А у меня есть идея. Я ж могу двигать, так? А, у меня еще одна вниз. Хотя это ладно. Сделаю тогда вот так. Смотрите. Оп. Какой я логистик. Смотрите. Сейчас он дойдет туда. Я быстро делаю так и так. Опа. И готово. Так, а шучу. Иди на КВБ, ложись спать. Так, ракушка есть. Так. Привет, дядя. Так, я получил червяка, не знаю откуда. Эй! Так, вижу палочка. Сучок. Окей. Червяка можно, в принципе, этого. Так, кролика я не знаю, зачем я выманил. Еще и туда могу сходить. Червяка я могу дать это. Птица. Под камень? Это типа сучком? Нет, не, только не говорите, что мне нужно. Серьезно? Блять. Я вообще не любитель вот животных мучить, это пиздец. Я вообще не мучаю животных. Ладно. О, это наш младший брат. Он превратится в бабочку, скорее всего. Ух ты ж, блядь. Он превратился в какое-то насекомое. Флай, муха. Так, мне нужно сердечко какое-то. И здесь какая-то тоже проходик. Хорошо. Опа. Ты что, типа будешь из них высасывать? Из заноса сосет. Опа. Так, птичье сердце, ладно. Так, где еще видел? А сколько мне нужно сердец, я не заметил. 3 или 4 было. Я захожу, не улетаю, да? А, это знаете, херь вот эти типа с фокусниками, которые достают, допустим, из своей шапки зайца. Вот это вот то же самое, типа портал. Так, окей. Еще я видел устрицу. Устрица у нас была где-то. Ага, здесь. Что это не устрица, это либо рак или лобстер. Краб. Ну ладно. Только крабы не другие. У них более такая. Вот такая вот форма тела. Где-то вот так вот. И лапы, блядь, клешни. Так, ладно. Так, идем тогда к ритуалу, потому что я больше не знаю. А, может, с бабкой? Найди своего брата. Так, я нашел его. Как бы. Ладно. Эх, долго переходит. Сюда. Да, 3 сердца надо. Раз. 2. 3. И дадут, скорее всего, снова ключ, да? Нет. Бриллиант. Сюда, да, скорее? Да. Так, у него куб. Опять какие-то знаки, которые я не получил. Ага, эти стоят тоже на месте, хорошо. Или просто передвигаю плохо. Так, ладно. Книга.
S1. Славный день озера наступил. Так, типа, one... Один встретит смерть. The other only... Другой увидит просветление, скорее всего. Да, другой достигнет... Достигнет. Не встретит, достигнет просветления. Это типа просветление. В один что-то там, одна жертва. Просветление. А, избранный. Ну, типа одна жертва, скорее всего. Эликсир жизни и смерти. Ага, мне ничего не пишет. Да, слетел что-то с запись. Так, здесь мне нужен огонь. А хавер. Цветок. Палка, сердце. Хер. Это волосы. Вот дерево, ну... Чалк, мел. И дат, типа... Полотенце. Знаки. Раз знак, я вижу какой-то треугольничек. Это два, походу, или пи. Треугольник. Еще один треугольник, это три. Окей. Ага, так, другое просветление. Так, поехали. Голова. Извлечение воспоминаний. Голодный призрак. Это вот это, походу. Сбалансируй субстанцию твоих прошлых жизней. Так. Наши воспоминания принадлежат озеру. Избранный. Рыжик, в чем дело? Че ты орешь? И все, хорошо, что у нас по знакам? Один. Восемь. Десять. Один, восемь, десять. Восемь? Да, восемь. Так, стоять. Один. Восемь. Десять. А этот я не помню. Я не... Ага, все, три. Мне необходимо ее воспоминание. Мне нужно найти. Кровь. Так, я нашел кубик, окей. Однажды ты познаешь истинную сущность жертвы. Так, окей. Назад, назад. Вперед, 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 вперед. Так, тихо-тихо-тихо. Внизу сначала. Не-не, водички, водички, есть там что-то? Ничего нету. Так, мухи. Видите, типа, такой яркий участок. Значит, правильно. Кайс пятая. Мор скота. Ну что, мы завершили с вами еще две казни, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. До новых казней. Пока.